Сегодня мы заехали на пляж Демете, примерно Пионерский проспект 263. Проехали вдоль какого-то русла какой-то поганой речки, припарковались буквально 150 метров от моря. Море не радует глаз эстета. Ну, какие тут могут быть комментарии? Трава метров 20, 30, 40. Потом вроде как чистая вода. Вот зелень кончается. Через 10 метров обильная зелень кончается. Водичка прозрачная. Ну, дальше будет все еще получше и получше. Наши внучки купаются с матрасом на безопасной глубине. Вот здесь чистая вода. Так. Дети, вода холодная? Нет. Иди искупнись. Ася, тебе не холодно? Может, пойдем на берег? Нет. Я чувствую, упал. Господи, надо всех бояться. Все, плюй воду. Пока, друзья. Пока, приезжайте. Счастливо доехать. Пока. Приезжайте к нам на Колыму. Эх, друзья наши погостили всего ночку и денек. Ну ладно, в добрый путь, в Абхазию поехали отдыхать. Чао, какао. Жалко, да, что уезжают? Хорошие гости. Дядя Женя вам понравился особенно, да?
Че, он вам много чего интересного рассказал? Ладно. В следующий раз еще кто-нибудь приедет.